В Актау на роднике, расположенном на скальной тропе, обнаружили опасные бактерии. Эксперты заявили, людям пить из источника не рекомендуется. Дело в том, что эпидемиологи обнаружили в воде чрезмерное количество кишечно-полостных бактерий, а точнее колиформных микробов. Питье из источника грозит инфекционными заболеваниями и поражением желудочно-кишечного тракта. Скальная тропа – яркая достопримечательность Актау. Пешеходная дорожка протяженностью 1,5 километра вписана в естественный рельеф вдоль подножия скал мыса Меловой. Здесь есть смотровые площадки, пирсы, пещера и островки отдыха. Одна из точек скальной тропы, которую стремятся посетить местные жители и туристы – так называемый родник. Как вы видите, вода здесь бьет прямо из-под скал, образуя природный мини-водопад. В жаркую погоду жители останавливаются здесь, чтобы освежиться, попить воды или умыться. А если пройти пару шагов в сторону, то видно, что вода стекает прямо в Каспий. Раньше это заметно не было, но уровень воды в море упал, и теперь стало понятно, куда уходит эта вода. Ирина и Наталья Кубаевы приехали в Актау из Ярославля. Скальная тропа стала для них излюбленным местом, где, прогуливаясь вдоль моря, мама и дочь провели свой отпуск. Воду из местного родника женщины не пили, но фотографировались и ополаскивали руки. У нас в России, как бы, если родник, то вода ледяная, может, десна сводит, и набираешь какую-то емкость, она вот конденсат сразу же получается, руки стынут. Здесь она теплая, не знаю. Как-то мне, если сравнивать, я считаю, что родниковая вода должна быть другая. Но то, что это природный источник, наверное, да. В соцсетях жители периодически спорят, питьевой ли родник. Недавно санэпидемиологи исследовали воду на соответствие санитарным правилам. Оказалось, что в ней обнаружены опасные бактерии. Речь идет о колиформных микробах. Это значит, что употребление этой воды может быть опасным для здоровья. Если содержится кое, это, как правило, фекальное загрязнение идет. Эта вода грязная, то есть где-то идет подсос, возможно. Но это не канализационные воды, если вы в ту сторону уклоните, нет. Здесь, видите, загрязнение может быть на разных этапах. Возможно, где-то, если взять глубже эту воду, возможно, и кое не будет там. Так как брали с поверхности, то есть она же стекает, и брали вот оттуда, возможно, загрязнение идет из почвы. Но у нас есть собаки, кошки, в конце концов, у нас есть грызуны, у нас вообще, в принципе, и флора, и фауна существует. Поэтому, возможно, здесь уже идет загрязнение от жизнедеятельности. Эксперты предупреждают, микроорганизмы невозможно увидеть невооруженным глазом. Вода из непроверенных источников может выглядеть идеально чистой и быть приятной на вкус, но она несет в себе потенциальную угрозу. Сейчас санитарные врачи обратились в Акимат с рекомендацией установить на скальной тропе специальную табличку для информирования населения. В ней будет указано, что пить воду из родника небезопасно. Тамара Степанова, Саламат Бикбаев, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24.